Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам показать много химер АВЭ ленинградское мороженое. Смотрите, сколько у меня их. Одна, две, три и четыре. Для тех, кто смотрел мое видео и забыл, я напомню. У меня была розеточка АВЭ ленинградское мороженое, которая более 2 лет цвела по сорту. То есть вот такими химерными цветочками. И однажды один цветок начал заплывать. Вместо вот этих вот белых полосок по лепесткам стали появляться вот такие бордовые лепесточки. То есть химера начала уходить в сорт АВЭ «Сердце матери». Собственно говоря, с этого сорта она и получилась. Мне очень хотелось сохранить АВЭ ленинградское мороженое в коллекции как химеру, поэтому, как только я заметила вот этот заплывший цветок, я сделала следующее. Я у химеры срубила голову, верхушку укоренила, пень, который остался после снятия головы, я пометила. Там, где был цветок заплывший, я подписала спорт. Где были цветы химерные, я подписала сорт. В общем-то, на пне появились пасынки. И все пасынки, которые были на стороне подписанной как сорт, я сняла. Получилось у меня 6 пасынков, но один, к сожалению, пропал. Вот, из 6 пасынков один пропал, 4 процвело по сорту химерными цветочками. И только один я сегодня смело подпишу как сорт АВЭ «Сердце матери». Здесь у меня еще вон пасынок такой вот большой. Надо снять его сейчас и укоренить. В общем-то, вот так вот. Если у вас есть АВЭ ленинградское мороженое, и вы заметили, что цветы начали заплывать, рубите голову, помечайте стороны, ждите, пока появятся пасынки, укореняйте абсолютно все пасынки, ждите, пока процветут, и 100%, 100%, хотя бы какой-то один, но процветет с химерными цветочками. Вот это проверено. Кстати, верхушка, которую я переукоренила, она цвела у меня потом, после переукоренения. Одна сторона была химерные цветы, а другая сторона были такие бордовые, как у сердца матери цветочки, и ну, непонятные какие-то такие, разноцветные. Вот. А потом полностью ушла в АВЭ «Сердце матери». Я ее на 8 марта продала, эту розеточку. Вот так вот. Так что теперь у меня вот сколько добра получилось. Вообще АВЭ ленинградское мороженое, мне очень нравится химерка. Интересная такая. Крупные цветы очень у этой химеры. Это вот первое цветение, цветы, ну, не крупные, а так, ну, я не знаю, 7 сантиметров точно цветочек есть. Цветет всегда обильно, долго. Бывает часто такое, что начинают подкручиваться листики. Но это как бы и у АВЭ «Сердце матери» есть такая вот особенность. Вот так подкручивать со временем листики. Я уже к этому привыкла. Бороться с этим, можно сказать, бессмысленно. Просто берешь и выращиваешь заново с листика. Или же переукореняешь. Вот. Ну, это такая особенность сорта. То есть с этим можно бороться. Вот так вот. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Если что-то непонятное, задавайте вопросы в комментариях. На этом всем всего доброго, мира и добра.